Место Арва Джексона, то есть сразу получается двух маленьких убрали. Вот так вот. Милош своей горячей. С вероятностью 90%. Поэтому именно так мягко набрасывал Теодос. Ой, какой... Вот это вам хороший Милош Теодосич. Отличный розыгрыш в 4, в 3 паса, прошу прощения, с 4 игроками отдает Агастин. Кряпа. Курбанов. Скидка на 3-очковый Теодосичу. И Милош забивает. Вот Милош... 2-4 очка. Она... О хорошей защите. Как сейчас сместились Кайл и Фридзон. Да, это был под кольцо. И просто обокрали. Просто в матче, где у него было хотя бы одно 3-очковое попадание. И вот у него уже под конец этой серии... Все мысли в каждом матче были о том, что только надо 3-ку забить. И он пулял. Вдвоем сместились на Николо Мелли. Ну, собственно говоря, 14 очков из 30 набранных Бамбергом у Николо Мелли. Милош Теодосич забивает свою очередную 3-ку. Сколько? 2 команд баскетбольных. В сравнении с Мэджиком Джонсоном это просто все. Это было выше критерия оценки. Да. Ну что ж, не знаю, как развлечь публику. Команда поддержки. Все сделал итальянский нападающий. Я Андрей Воронцевич взял и отомстил. За хорошую защиту. И тут же спокойно ворвался и забросил 2 очка легкие. Но надо отметить, да, Мелли не только сыграл корпусом, но и ногами сработал абсолютно параллельно. То есть там не было никакого движения. Ну, ЦСКА побежал в отрыв. И первым на три атаки оказался Джеймс Агастин. Когда цифровой... А какой пас опять отдался? Он уже 12 минут отыграл и вообще ничем не отличался. Мы его только первый раз назвали, а тоже достаточно известный баскетболист. Ну, это... Посмотрел я на статистику в этом показателе Виталия Фридзона. Милош Теодосич! 16-5 очков осталось от 17 преимущества ЦСКА. Милош. Отдает передачу хорошую на Хайнца, и Николистика важнее, чем игрока. Я просто стараюсь, это несмотря на то, что даже при таком рисунке игры баскетболисты Бамберга ведут по подборам сегодняшней встречи. Ой, какая передача! Вот вам снова так эффективен в проходе с левой стороны, как справа. И, собственно, этот момент Дэвид Блатт раскусил. Колени-то согнулись очень прилично. Как говорил Арвидас Сабонис, я бы уже, говорит, не встал бы в этой ситуации. Но обидно, что не получился бросок сверху. Отличную передачу. Снова, глядя в одну сторону, передачу в другую, приземлился, но... Гибкость, пластика. Встал и пошел. Плюс 2 у армейцев. И, ну, кто что ж, надо же отсекать эти проходы в лицевую. Фабьен Кузье просто проходит. Никто ему не мешает. Ну, Милош Теодосич решил, что хватит. Плюс 3 у ЦСКА после мяч набрал. Плюс 2 на 2 его опережает Николо Мелли. Точно так же, как не разобрались в защите баскетболиста ЦСКА. Вперед. 75-74 и уже не в пользу ЦСКА. Милош. Вот тут Милош на индивидуальные действия сваливается. Никого не ищет, но зато плюс 3. Пожалуйста. Кстати. 2 у Бамберга. 2:20 играть в четвертой четверти. ЦСКА в нападении. Кори Хиггинс на Милоша Теодосич. Вот даже так я вот пытаюсь это проанализировать. Я немножко с другой стороны попробую описать этот эпизод. Эти броски после такого выхода. И здесь игрок шел именно сдержать его на 3-очковый лич немножко. Другие тоже обычно неплохо исполняют штрафные. И да, Воронцевич не характерно для себя, но это можно объяснить, наверное, тем жестким очень падением. Миллер получает 4-е свое персональное замечание. Милош снова на линии. Что? Я думаю, Тудис на это согласится просто легко. Мы с вами тоже согласимся. Другой вопрос, что защититься надо обязательно. Ну и, собственно, надо было поплотнее с Зизисом играть. Со средней дистанции он забьет с вероятностью процентов 90 открытый бросок.
Милош снова бьет издалека. Чисто! Трешечка! Милош Теодосич! Себя там чувствует. Великолепный парашют сейчас и очень красиво. Снова фалят на Теодосичи. Ника Зисис. Получил Ника Зисис. Зашел этот, да? Да? Если убрать трехочковый, в основном это те самые 5 из 5 штрафных. Вот Теодосич на него, врывающийся в трехсекундную зону. План такой. Нет, Фридзон со средней дистанции. Да! Забивает бросок! Виталий Фридзон! Сколько он таких мячей забросил в своей карьере. И вот опять. Да. Мы в его исполнении видели не раз и не два. И, надеюсь, увидим их еще хорошее количество. Ну что ж, с победой всех болельщиков ЦСКА. Вот так неожиданно тяжело заканчивается матч между Бросе Бамберг и московским ЦСКА. Но все-таки это победа.